Воспитанницы тренера по художественной гимнастике Алены Удот приняли участие в соревнованиях «Юные снежинки», которые прошли в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина. Всего приняло участие более 200 гимнасток. Художественная гимнастика – олимпийский вид спорта. В Туве существует уже 9 лет. Тувинские гимнастки заявили о себе в большом спорте. Об этом говорят результаты состязаний, на которые гимнастки из республики регулярно выезжают. В сентябре этого года 6 девочек выезжали в город Кисловодск на соревнования российского масштаба. Перед тем, как попасть в сборную, юным спортсменкам нужно было пройти республиканский отбор. Девочки 5 лет и те, кто посещает гимнастику первый год, выступали в паре. Но жюри оценивало конкурсанток в личном выступлении. По словам тренера, в номере важно все – пластика, хореография, артистизм. А вот опытные спортсменки показали номера сольно с предметами – мяч, лента, обруч, булавы. В каждой возрастной подгруппе были свои победительницы.